Всем привет, меня зовут Аня, и я точно знаю, как сделать настроение новогодним. Для этого вам понадобится главный символ праздника – мандарины. Первое – ешьте их каждый день. Второе – не выкидывайте кожуру, а разложите ее по секретным местам для новогоднего аромата. Всем привет, меня зовут Даниил. Чтобы поднять настроение, нужна новогодняя гирлянда, но не обычная, а гирлянда воспоминаний. Для этого нужно распечатать самые яркие фотографии за целый год и прикрепить их на веревочку. Развешенные снимки напомнят о счастливых моментах и поднимут настроение вашим близким. А кстати, однажды в гостях я видел елочку с фотографией. С наступающим Новым годом! Всем привет! Меня зовут Рай. Я точно знаю, как сделать настроение новогоднее. Для этого надо смастерить своими руками красивый новогодний подсвечник и зажигать свечу каждый вечер за семейным ужином. И тогда будет прекрасное настроение и ощущение волшебного праздника. С Новым годом!